На следующей неделе в Каспийске во дворце спорта имени Али Алиева стартует 15-й международный турнир по боксу в памяти видного общественного и политического деятеля Магомедсалама Умаханова. Подготовку к этим престижным соревнованиям сборная Дагестана везет в Махачкале в Академии бокса школа высшего спортивного мастерства имени Али Алиева. На одной из тренировок побывали и наши спортивные корреспонденты. Возможность выступить перед своими болельщиками боксерам республики выпадает очень редко. Такой шанс дает ежегодный международный турнир памяти Магомедсалама Умаханова. Волею календаря в тренерском штабе республиканской сборной рассматривают его и как один из этапов подготовки к главному соревнованию года, каким является предстоящий чемпионат страны. У нас есть огромное количество боксеров. Наилучших будем выставлять, чтобы не стыдно было перед своими зрителями. Будем, как говорится, радовать их и повышать свое спортивное мастерство. По словам заслуженного тренера России Рашидбека Ахмедова, проверить свои силы как молодым, так и опытным боксерам Дагестана предстоит соперниками как минимум из ближнего зарубежья. Возможен приезд на турниры мастеров кожаной перчатки из Европы, а также одной из африканских стран. Второй раз подряд покорить вершину международного турнира попытается в своей 9-летней спортивной карьере трехкратный чемпион Дагестана махачкалинец Аслан Азбаров. На прошлой неделе он и хасавюртовец Вислан Далхаев стали чемпионами по линии ФСО «Динамо» в Магнитогорске и завоевали заветные путевки на октябрьский чемпионат России. В 2012 году выиграл махановский турнир. Там провел тоже 3 боя. Первый бой был у меня с Туркменистана, боксер. Второй украинец. И третий бой, не помню честно. В тройке призеров в Магнитогорске смог оказаться и 18-летний Азамат Абдурахманов. В отличие от Азбарова, выступление на турнире у Маханова для него станет дебютом. Первый был с Челябинска, но выиграл тоже. Второй бой тоже чуть... Такой бой не проиграл, можно сказать. Ну, вот третьим стал, получается. 15-й международный турнир по боксу памяти Магомедсалама Умаханова пройдет с 11 по 15 сентября. Дан Шугом, Руслан Салихов, Рамазан Амаров. Время новостей.